бумажка уже давно лежит. Что вы думаете о деятельности депутата Государственной Думы Евгения Федорова? Ответ – ничего не думаю. Какова динамика распространения идей НОД в России и СНГ? Так, а НОД как эта аббревиатура расшифровывается? Народно-освободительное движение в России. Народно-освободительное движение в России. Идей. Так, это что, это с народовольствами связано или когда это? А это мы хотели от вас услышать, с чем это связано. А что это такое? Какой период? Очень трудно объяснить мне. Это у Федорова. У Федорова. Извините, ради бога, вы знаете, Федоров не очень приличная фамилия, и Федоровых как собак нерезанных. Это не ЛДПР случайно? Нет, ни в коем случае. У него специальный есть сайт, и он ведет колоссальную пропаганду. Я тогда отвечу на ваш вопрос. Вы знаете, когда я вам отвечаю, вот я совершенно не ерничаю, когда я говорю, что я не знаю, кто это такой. Следовательно, знаете, это специалист, широко известный в узких кругах. Но, к сожалению, поверьте мне, в России достаточно и гениев, и дураков. И поскольку я не знаю, кто это такой, я даже воздержусь от комментариев. Скорее ко вторым относитесь. Пусть будет так. Это понятно.